Привет, друзья! Добро пожаловать на канал «Самоедские будни». Меня зовут Маша, Сережа и Миша. Мы сейчас находимся в доме на колесах, который мы реставрируем, из машины Mercedes-Benz D100. Пользователи меня спрашивают, как там у нас обстоят дела, чтобы я показывала, что получается. Ну, в принципе, вот на данный момент покажу, какой он сейчас. Осталось немножечко буквально там доложить пол, что-то где-то подкрасить, вот полки сделать. Матрас уже заказали сегодня, то есть ну, осталось буквально. Да даже в таком виде уже можно бросить матрас, я говорю, куда-то поехать съездить. Что мы, может быть, и сделаем. Ну, посмотрим, как будут обстоять дела, пока ничего не говорю. Вот, ну, что мы сделали, вернее, мой муж сделал. Я-то вообще ничего не сделала для этого автобуса, только языком чесать умею. Вот, значит, еще будут, конечно же, эти дверцы у полочек. Вот полочку он сделал. Вот здесь, покажи, Серег, убери руку, смотрите, какая полочка. Открой, Заюш. Достанешь? Тут лежим, отдыхаем. Пока без матраса. Ну, туда можно будет всякую утварь брать, там будет вода. Там тоже все открывается. Вот. Ну, это такая кухонька. Даже раковина. Врежем кран. Уже купили кран. Здесь будет туалет вот так выдвигаться. Уже куплен туалет, вот он стоит. Потом что? Вот это столик, который будет трансформироваться в кровать. Она будет низкая, вот такая. И вот это вот будет туда. И его даже можно будет вытаскивать из машины и, в принципе, ставить на улице. Там, прикупить стульчики какие-нибудь раскладные. Вот такой съемный столик, можно так сказать. И три кресла. Мы тоже поменяли. Серега все обшил. В общем, там тоже все поменено. Два кресла это из BMW, по-моему. А вот это кресло прям очень удобно. Из какой-то дорогой машины бизнес-класса. Вот. Мы урвали их на Авито. Вот. Медвежонок уже тут устроился. Он вот в таком виде поедет. Ободранный нос. У нас тут были такие приключения. Это просто вообще... уму непостижимо. Такие приключения у собаки были. Пост прививочный синдром собачка поймала, чуть не померла. Расскажу обязательно. Просто настолько мы были в стрессе, что я не то, что я не снимать хотела. Вообще у меня есть такая особенность, я, наверное, плохой блогер, и журналист бы из меня не получился. Я уже говорила как-то, что вот, наверное, настоящий журналист, настоящий блогер, когда что-то где-то взорвалось, что-то случилось, он там, вот это случилось, смотрите, то-то-то. Если я настолько, видимо, серьезно к жизни отношусь, что если вот что-то такое происходит, какая-то стрессовая какая-то ситуация, я вообще забываю, что что-либо существует, ну, какие-то камеры, ютубы, там еще что-то, ты пытаешься всеми силами как-то решить эту ситуацию, и когда дело, просто речь идет о жизни животного, которое ты любишь, ну, тут вообще не до камеры мне было, и я, наверное, до сих пор не оклемалась, хотя уже с собак все в порядке практически, вот, мы укольчики делаем сейчас. В общем, лечение работает, все в порядке. Вот. Еще могу вас удивить. Миша на корме. Как бы я ни была против, но сейчас, да, чтобы спасти собачку, пришлось ее перевести на какой-то там супер корм для желудка. Потом, ну, потом расскажу, покажу все. Потолок Серега сделал светленький. Там вот розеточки, колоночки. Вот. Сядем да поедем. Тут еще стеночки такие обитые, тоже как и потолок ламинатом. Вот. Идея была, конечно, изначально доской обить и вместе с этими штуками покрасить в белый цвет. Ну, как-то мы вот пока так. В общем, кондиционер пока не работает. Телевизор уже повесили такой. Там вот электричество, да? Или что? И что еще? И все. Пока такой бардачок, еще пол надо будет сделать. В общем, но все равно уже ого-го. Ого-госики. Окошко такое прям. На гуляющих с собачками вид.
Она там, ох, орёт, аж слюна повисла. Ждущий. Так кричала, что аж слюна повисла. Куда ты? Иди сюда. Видишь, всё уже из тебя сходило. Пойдём? Миша, иди укол делай. Иди. Сейчас укольчик будем делать. Сейчас доктор Серёжа тебя кольнёт. Такой препарат нам назначили 10 дней через день по 1 миллиграмму. Иди сюда, иди, иди, иди сюда. Ну, укольчик-то не очень нам нравится, конечно же. Кому понравится, скажи мне. Это подкожно. А еще мы кололи гиптрал. Это внутримышечно. В ляшечку. Мы уже все, курс закончили. Ой, вот молодец. И все. Ой, молодец. Ой, молодец. Собачка укольчики делает. У медведя в последнее время такая приколюха. Вот так вот прийти, лечь и подставить брюхо, чтобы ей гладили. Да? Вот такой полнейший кайф. А я тут работаю, до упадения сознания. Блин, брюшко нам побрили, это на УЗИ, на свинку похоже иногда. Да. Так, вот убираем руку и давай, требования. Сейчас будут вот так вот, тут гладить дать. Гладить собачки брюшко. Вот такой в кайфе, самоед в кайфе. Скажи, хоть какие-то приятности должны же быть в болящем состоянии. Не все же одни уколы да таблетки, да? Барабанчик. Жиробасенька моя. Тоже ожидающий. В общем, медведь сейчас я ей смешиваю вот такой корм. Это... Тихо. Так, давайте, да? Вот так. Мишенька теперь у нас на корме зайчик. Я ее так мокрой и сухой смешиваю для проблем для собак с проблемами с ЖКТ. Вроде так. И вот такой вот мокрый. Просто сухой в чистом виде не ест. Вот. А такой вроде заходит. С утра пока так кормлю. Да. А вечером чисто мясо даю. Еще яблоко могу дать просто отдельно. Ну, вот как раньше не устраиваю такое разнообразие, конечно, чтобы у меня наладилось сейчас пищеварение. Ну, не знаю, так доктор выписал. И всякие уколы делаем. Уже курс один прокололи там для печени. Сейчас вот еще один доктор Сережа колет, да, Миша? Вроде идет. Нос уже зажил, ободрался. Вот воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, нарушение переваривания, всасывания при эндокринной недостаточности поджелудочной железы. В общем, вот такая консерва. 250 рублей стоит где-то. Дорогое удовольствие на два раза. На два раза смешиваю ей с сухим. Вот этот сухой, по-моему, 2 с чем-то, но уже заканчивается. Надо будет покупать. Она это, я понял. Она, короче, закопала клад. И забыла где, да? И забыла где. И в панике все ковыряет. Все кусты подкапывает. А может быть тут? А может быть здесь. Да, у меня самый большой страх, как бы она не это, клещей не нахваталась.
Здравствуйте. Что ты там делаешь? Ага. Да, реально, как будто бегает, ищет. А может здесь? А смотри, роет. Перекоп. Вот это кайф. И ладно бы еще она рыла только кусты, но она просто нас будет, наверное, каждые полчаса с Серегой. Она начинает копать возле кровати. Мы уже очень много времени не высыпаемся, наверное, месяц точно. Просто как раньше мучили людей, пытали, не давали им спать. Вот медведь нас сейчас пытает. А когда дети появляются, что это? Ну, дети это временно. Вот это, знаешь, смотря какие дети. Я вообще спала, мама говорит, в 10 утра положила, в 10 вечера положила, в 10 утра проснулся ребенок. Все, без проблем вообще. Ой, какая грязная, ой, кто сейчас будет отмывать. Ну, она там нормально вскапывает прям кусты. Пошли, пойдем. Ручка. Покажись. Смотри, лапа сзади. Пипец просто. Грязнючий. Это вообще самоед? Самоедик. Так, там ребенок. Давай подождем. Или... Миш, стой. Тут еще... Блин, ты еще и поела этой землицы. Ну все, таблетка от глистов тебе точно показана. Пошла, пошла. Не дорыла еще. Точно здесь. И, кстати, вот этого не было до болезни. Блин, земля летит. Вот этого не было до болезни. Это чисто появилось вот после того, как она выздоровела. Стала выздоравливать. Ее, видимо, стали увлекать новые горизонты. Познание новых горизонтов. Направление черное копание. Мишенька. Ко мне. Ко мне, ко мне. Копает, не может оторваться. Миша. Мы ушли. Миша. Бежит, бежит. Конь. Конь. И смотрю еще сериал. Называется «Марчелло». Кто ищет крутой сериал, очень рекомендую. Ну, так интересно. Просто шедевр. Там 3 сезона.